Удары сыпятся один за одним. Прямой в голову, выпад, завязка и добивание. Так молодые боксеры в спортивной школе тренируются каждый день. Среди молодых спортсменов и Дмитрий Бурмистров. В Ивантеевской школе бокса он тренируется 8 лет. В свои 18 он уже заслужил титул двукратного чемпиона Центрального федерального округа, а также несколько раз засветился на соревнованиях всероссийского уровня. На первенстве Московской области среди юниоров он одержал новую победу, завоевал золотую медаль. Перед каждым боем у многих возникает чувство волнения. Даже в какой-то мере страха перед противником, перед самим рингом и зрителями. И когда выходишь в ринг, все эти чувства как бы угасают, и у тебя возникает только вот желание победить. Золотые медали смогли завоевать еще два воспитанника спортивной школы. У каждого из них разные весовые категории, но желание победить одинаково сильное. Цель. Всегда нужна цель, чтобы стремиться идти вперед. И без этого никак. Самое главное – решает настрой. Если хорошо настроиться, то можно отработать очень достойно, очень хорошо. Когда вы выходите в ринг, паниковать не стоит, потому что все будет валиться из рук. Я думаю, нужно сохранить голову холодной и всегда слушаться тренера. Тренирует ребят мастер спорта международного класса по боксу Антон Рыжиков. Под его началом в секции занимаются более 90 человек, самым младшим 10 лет. Одно из главных требований – соблюдение дисциплины в зале. У нас есть такая поговорка – дисциплина бьет класс. И то есть, который боксер дисциплинированный, он всегда выиграет того, кто более техничный, там, более такой одаренный, но разгильдяй. И, соответственно, дисциплина, конечно, бьет класс. И стараемся ребятам тоже это прививать. Спортсмены уже готовятся к открытому городскому турниру «Снежинка». Соревнования пройдут 31 января и 1 февраля в Ивантеевке. Иван Чинаев, Антон Рябов, Мария Барсукова, ИТВ.